ребята, сегодня я покажу чехол на брелок на старый лайн. Вот такой вот черный. Очень быстро пачкается, не советую. Ну и получается, что он надевается на этот брелок. Короче, вот брелок, он надевается туда вот так. Сейчас покажу, как это смотрится. Вот так это смотрится. Он в чехле. Вот так это смотрится все. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока-пока.